Сегодня 2 мая, остался не в 5 часов утра, потому что еду в Дахаб. 9 километров от нашего дома до порта, до автобуса. Он уходит где-то в 6:30, не знаю точно, сейчас узнаем. 5 километров пошел пешком, и 5 километров меня провезли дружелюбные местные жители. Подобрали бесплатно на машине. Поэтому сейчас мы будем искать автобус в Дахаб. Это порт, здесь движуха идет, куча народа прибывает, приезжает, что-то привозит. Главное не пропустить автобус в Дахаб. В общем, время уже 6:15, 6:30, да, в итоге автобус находится правильно. Отходит все правильно, я нашел информацию. А значит, вот порт, вон этот вот дельфинчик такой. И к нему подходите, и напротив дельфинчика поворачиваете в сторону гор. И здесь получается вот автобусная станция такая, вот где она находится, рядом с Харамин Хотель. Здесь вышки еще такие, вот отсюда автобус отходит. 6:30, сейчас узнаем, сколько стоит. Оказывается, автобус здесь останавливается и идет отсюда. От Нью-Вейба здесь у него тоже остановка. А я шел с пешком туда. Я Абдурахман. Абдурахман from Jordan. Сейчас мы едем в Дахаб, а он в Шарм-эль-Шейх. Ехал в Дахаб на автобусную станцию. Вот мы выгрузились. Автобусная станция в Дахабе находится чуть-чуть вдалеке, ну как и все обычные автобусные станции. Сейчас еще посмотрю билет, тогда мне просто интересно, сколько стоит билет до Шарм-эль-Шейха отсюда. Вот. В итоге билет получился у меня, меня взяли 35 паундов. Мне кажется, что-то многовато. Продолжаем снимать про Дахаб. Видите, какие красивые горы здесь, большие. Здесь вот эта часть Дахаба Мадина называется. Вот она. Здесь в этой части Дахаба Мадина, здесь банки. Вот. Все банки, где вы можете обменять свои деньги. То есть в банках, вот в этих курс немножко получше, чем в других банкоматах, в основном Дахабе. Поэтому вы здесь можете немножко выиграть. Сейчас я поменял за 7.60, 17.60, хотя в карьере мог поменять за 17.65. Был вариант. Здесь есть такая коса большая, мелко, хорошо, свободно. Ничего ни разу не были, но скоро будем. Сейчас мы входим в Дахаб. Здесь в начале Дахаба, с южной стороны, где начинается исходная улица. Вот такие магазинчики, очень красивые. И здесь велики стоят на улице. Тут очень много великов, плюс библиотека. И вот мне дали хороший велик на низких тормозах. Сейчас подтянутых. Стоит 60 паундов в день. Я катаюсь еще дома. Вот здесь вот такие коттеджики есть. Там вот такие серые дома, но там одни египтяне живут и говорят, что не сдают. И говорят, что все-таки надо ехать в Асулу. Но здесь что-то есть. Я спросил одного человека, он сказал, что здесь что-то есть. В районе 3000. Это, считай, коттедж. Часть Дахаба, это Асула. Это северная часть Дахаба. Это более густонаселенная часть. Здесь очень много чего сдается. Купаются очень много, здесь живут по много лет, по 10-15. Вам видно, что здесь живут европейцы. Но сейчас вот здесь вот надо что-то найти. Я нашел там пару домиков. А вот внизу. Хорошие домики, трехквартирные. Может, не снимал там, потому что по-быстрому. Три комнаты, три кухня и ванна. Стоит 4000. Домик со своей территорией. Закрытый полностью. Очень интересный вариант. Интересно сейчас Дахаба, туда дальше. Тут горы и Blue Hole. Это самое известное, ну, из самых известных мест для дайвинга Blue Hole. Вот этот райончик. Но тут мне никого не удается найти, вообще никого нет. Все закрыто, никто не гуляет. Но я не буду стучаться в квартиры. Говорят, что лучше вечером ходить. После 4-5 они просыпаются, и можно будет пообщаться. Ну, может, кого-нибудь найду еще. Посмотрим. Такая комната. Вот такая кухня. Стиралка, холодильник. Все новое. В этот раз и новое.
Тут сушить можно, да, в принципе? Закончил сдавать. Сегодня 4 число. Этот велик. Вот он. Он послужил мне добрую службу. Спасибо большое этому месту. Все, я пошел. Вот еще одна остановка. Чтобы понимали, где остановка автобуса. Тут забор начинается.